Всем здорово! Сегодня 13 сентября. Погодка к вечеру опять нормализовалась. Ловим уже в реке. Наловили рыбы. Сегодня мы завалили вот такого парня. Дубасили еще сегодня жерехов. Жереха у нас вот такие. Вон какие. Будем делать очень вкусный балычок. Судаковский. Такой. Килограмм. 5, я думаю, есть. Надо повзвешивать его. До конца. В общем, в основном жерех сегодня. Было очень круто ловить такие поклевки дикие.